Печальные вести вновь потрясли Россию. Совсем недавно мы узнали об уходе Лонового, человека легендарного для советского и российского кино. И вот новый удар подкрался незаметно. Трагические новости пришли о известном актере и каскадере, который для российского кино также крайне важен. Дело в том, что Союз кинематографистов России сообщил о уходе известного артиста Виктора Павлюченкова. Ему было 57 лет, и за свою жизнь он сыграл во множестве фильмов и сериалов. Успел попробовать себя как актера театра и кино, сценариста, а также каскадера. Снимался в фильмах таких как «Батюшка», «До третьих петухов», «Атаман», «Апостол» и «Всем скорбящим радость». Долгие годы работал и на телевидении, будучи сценаристом телевизионных передач. И вот теперь трагический финал. Причину официально не сообщают. На нашем канале еще много интересного. Подписывайтесь. И всего вам доброго.